А тем временем разработчики образовательных платформ сегодня рассказали, что улучшили работу сервисов. Так, буквально через неделю казахстанские школьники смогут пользоваться программой видеоконференции Zoom без дополнительной платы на базе проектора онлайн-мектеп. По этой платформе сейчас обучаются 3500 школьников. Руководство Balimedia Group заключило договор о сотрудничестве с коллегами из Zoom в США. Кроме того, разработчики отечественных учебных программ сообщили, что в связи с проблемами с интернетом в некоторых регионах Казахстана, они ведут в платформу специальные возможности, по которым дети смогут учиться и без интернета. Мы стараемся сегодня именно обеспечить сельские населенные пункты интернетом. Для этого у нас есть два проекта, именно направленные только для обеспечения для сельских населенных пунктов. И в этом году мы должны до конца 2020 года обеспечить интернетом с количеством населения 250 плюс.